мы, смотрите, мои хорошие, здесь мы снимаем квартиру за очень дорого, мы хотим свое жилье в Москве, поэтому если мы на протяжении года будем отдавать такие большие деньги, мы точно, Димка, с тобой не купим в ближайшее время квартиру в Москве. Поэтому нам лучше подешевле, ну, естественно, хотя бы на 20 тысяч подешевле, потому что то, что показывают за 30, за 40 тысяч, я вам правда говорю, такой клоповник, такую халупу просто предлагают. Поэтому мы сейчас поедем, тоже приглянулась квартира неплохая. Правда, одна комната, но она студия. Переделана там как в двухкомнатную, там и кровать есть, двуспальня, и диван есть, и кухонная гарнитура. Ну, хорошо, жить можно, светленько, чистенько, за 50. А эту мы снимаем за 70, плюс вода, свет, представляете, зимой еще и отопление. Короче, там столько денег уходит у нас на эту квартиру, так что вот это Москва, мои хорошие. Очень все накладно, все упирается в деньги. Все тут хитрые, все хотят навариться, понимаете, поэтому вот так и живем. Вот так вот мы и живем вместе с моей любимой девочкой. Вот, а вы многие постоянно говорите, что почему ты, Дима, постоянно без Оли? Не, друзья, мы постоянно вместе, просто у нас действительно очень много в последнее время, много дел, и мы эти постараемся дела все вовремя решить. Вот. Но я надеюсь, что скоро мы все уже решим. Сейчас, через небольшое время, мы опять с Олечкой будем вместе. Привет, привет, всем привет. В Краснодаре дешевле? Пойду в Олю спрошу. Он что, в Краснодаре, говорит, дешевле? Они, знаешь, что мне говорят? Что? В Краснодаре, говорит, дешевле, приезжайте в Краснодар, снимайте квартиру там. Да у нас в Владивостоке, мои хорошие, у нас в Владивостоке жилье, у меня квартира, у мужа квартира, у нас работа в Москве. Мы не можем уехать в другой город. У меня проект новый, я запустила, вот, позавчера ездила, уже пилот отсняли, будет только через 2 недели все известно, и все узнаете, я пока не могу это все разглашать, все подробности вам, и в двух словах не расскажешь. Вот, интересный проект, мы работаем, ведущий со мной работает, очень такой, он достаточно, он москвич, он давно на телевидении и на Первом канале, и раньше МТВ был канал, он 2 года там проработал, сейчас на МСТВ работает, на канале Ю, вот, поэтому здесь все мечты и больше возможностей в Москве, поэтому мы остановились здесь, живем здесь, вот, планируем здесь покупать жилье, оставаться здесь в Москве. Вот, так что планы, цели, мечты здесь, в Москве. Мася, скажи, это не вату катать им, да, всем? Да, не думаю, что да, ну как бы можно вернуться в Владивосток, но там, вы сами понимаете, заработная плата меньше, и еда, ну, дороже даже, чем в Москве. И там заработная плата, то есть 2 раза меньше, если там работать в Владивостоке. Пусть даже у нас там есть квартира, экономия на жилье, но мы все равно больше здесь возможностей, шансов подняться и заработать, да, купить квартиру. На свою квартиру, правильно, Мася. Да. Не продавать при этом жилье во Владивостоке. Так что, мои хорошие, вы пожелайте нам удачи, держите кулачки, потому что также мы все-таки семья с Димой, одно целое, в планах ребенок тоже нуждается жилье, да, но вообще самое необходимое здесь в Москве – это жилье. Первое время, конечно, многие снимают, приезжие, да, вот нам приходится снимать, и мы уже привыкли жить в достатке, в красивых, хороших человеческих условиях, как вы нам говорите, что мы какие-то ущербные, что никчемные, у нас ничего нет, на проект мы не хотим, хотя предлагают, зовут, мы ушли сами красиво, взялись за руки. Вот, и не надо там приписывать нас с кем-то сравнивать, мы это мы. Спасибо проекту, я благодарна, да, я еще раз говорю, что
как я и хотела, моя мечта сбылась, встретить свою любовь, пожениться, да, выйти, мы поженились, выйти замуж и красиво уйти с проекта. Конечно, я хотела быть и ведущей там, да, на проекте, но обещанного жду 3 года, как говорят. Пока да? Рак на горе не свистнет, понимаете, а пока рак не свистнул на горе, то можно и ждать, понимаете, правильно Мася моя говорит. Мы дальше, мы развиваемся. Жизнь продолжается, я никого не осуждаю, это дело каждого. Кто-то и живет в халупах за 20 тысяч, за 30, да, где там, ну, клоповник, ни ремонта, ничего, просто поспать люди приходят. Мне нужно, конечно, цивил, чтобы я пришла, мне уютно было, комфортно, потому что я очень привередливая, меня так воспитали мои родители, так что... Ну, если у вас есть знакомые, кто сдает в Москве квартиру, также можете написать нам в директ, либо Оле, да, либо мне. Да, мы рассмотрим, правда... Любые варианты рассмотрим. Ну, никак, не любой, конечно. Ну, хороший вариант. Хороший, да, чтобы светленько, чистенько было. Расскажи, Мась, какую квартиру? Сиера ремонтом, чтобы была, хорошая ванная комната, санузел, да, кухонный гарнитур. Ну, вот вы мою историю смотрите, я выставила сейчас там жизнь за периметром, как мы живем. Вот, как я вам вчера рассказывала, да, в прямом эфире, почему здесь мы... Хорошая квартира, мы бы здесь жили, и удобно в плане добираться. Мы часто бываем в самом центре, в Москве, там вообще цены за 100 тысяч сдают. А вот эта квартира, которая в новострое, он, конечно, хозяин такой очень требовательный, и он прям приезжает, смотрит, у него одна дверь 40 тысяч, люстры по 50, паркет тут итальянский. Люстра 50 тысяч стоит. Представляете, а двери... Дверь вот это стоит. А паркет, пока же он 2 недели ждал, из Италии ему его привезли. Это паркет из Италии. Да, ну, дай мне, пожалуйста, покажи мне. Вот, и я к чему говорю, что я бы, может, тоже, да, как собственник, и депозит беру, да, то есть 100%, риэлтор берет минимум 50% за квартиру. То есть сразу вы хотите снять квартиру в Москве, сразу готовьте 150 тысяч. В месяц. Потом будет, конечно, полегче. Ну, вот. И он очень все бережно, знаете, переживает, хотя мы чистоплотные, знаю, что мы люди с телевидения, но вот он переживает, чтобы ничего не случилось, не дай бог, паркет, чтобы целый был. Хотя детей, животных нет, вредных привычек нет, да. Поэтому очень мечтаем, хотим свое жилье, пока тяжело, пока вот снимаем квартиру. Снимаем, конечно, хорошую, в хороших условиях привыкли. Ладно, мы справимся, надеемся на лучшее. Вот у меня второй телефон, я думаю, что это риэлтор. Мы сегодня скоро поедем смотреть квартиру. Ладно, мальчика. Собственник. Все. Все, Олечка разговаривает. Пускай немножко поговорит, выдохнет. Алло, здравствуйте, алло. Да вы что, отлично, что вы мне позвонили, тогда мы сейчас выезжаем уже. Сколько нам до вас ехать? Ну, скоро я еще поедем. Не смотрела на карте. Димочка, сколько нам ехать примерно? Ну, минут, наверное, в зависимости. Может, сейчас минут пробок нет, 30-20 минут. Ну, где-то там минут 30-40, вот так вот. Плюс-минус. Да, давайте, до встречи, договорились. Ну все, едем? Собираемся, паспорта, да. Все. Там квартира тоже. Конфетка, там квартира классная. Держите за нас, пожалуйста, крестики пальчиком. Кулачки. Держите за нас. Вот, там квартира тоже обалденно, но она на 20 тысяч дешевле. Вы представляете, мы сможем сэкономить 20 тысяч рублей. Мы хоть холодильник с тобой забьем, еды купим. Да. Я вот. Люблю покушать. И еще я люблю. За двоих кушать. За двоих, а мне за... Вот, мои тоже. Хорошие, я очень рада вас видеть. Извините, что не отвечаю вам на вопросы. Не удалось мне с вами пообщаться. Но я надеюсь, может быть, сегодня получится выйти в прямой эфир. Чуть позже, через пару часиков, вот, потому что мы сейчас квартиру посмотрим, в магазин заедем, вкусняшек напокупаем, вот, я такая голодная. Но за двоих надо есть, да, Мася. Да, расскажу вам новости, как что вообще, квартира желает лучшего или оправдала мои желания, потому что, знаешь, квартира, фотография одна. А помада у тебя какая вкусом? Я не знаю, любимая клубничка. Либо виноград. Ну да, наверное. Либо ананасик. Лапочка, ну все, удачи, спасибо, мои хорошие, и вам всего хорошего, все с Богом, с миром,
Все, мои сладкие, я вас люблю, спасибо вам за поддержку, спасибо, что вы с нами, я с вами делюсь вообще жизнь за периметром, и как мы вообще вдвоем, представляете, родные и близкие в Москве, я вчера же прослезилась, прямой эфир был, меня пригласил Дом-2, редакция, там у меня съемки были, проект ну, запустила, потом вам расскажу про него. И это капец, тут все в Москве так сложно, вообще непросто. Ладно, все.